друзья, с вами я, Лёва, и сегодня я сделал пушинки дом. И Алёна! И Алёна тоже. Она будет сейчас раскрашивать, а я проведу экскурсию по пушинкиному дому. Так, вот бок дома. Вот, даже написано «Пушинкин дом». Так. Здесь окошки. Вот первый тут этаж. Здесь дверь. Ну, да. Это окошко. Окошко. С другой стороны. Второго этажа. Пушинка. Вот здесь окошко. Ой, не хочешь, чтобы я снимаю. Здесь окошко. Тут окошко. И здесь лесенка. На второй этаж. Да. А здесь вход на второй этаж. А здесь вход, где сидит кошка. И коврик. И, кстати, коврик, который мы раскрасим. Итак, красным цветом. Запомните этот домик, и сейчас мы его раскрасим. Раз, два, три. Кошка. Пушинка. Ты в своем домике, да? Нравится? Пушинка. Маленькая. О, еще. Кота мы подвесили. И арочку. Это моя сделали. Поделка вот эта вот кошечка. Ага. Знаете компанию фильмов, в которой типа какой-то стене застрял голова льва? Вот то же самое, только у нас пушинка вместо льва. Пушинка. Да? Не смешно это. Игривая кошка. Вот еще ее первый этаж. Еще одно окошко. Да. Вот пушинкин этаж второй. Ну, это ее этаж, но она что-то тут не хочет спать. На второй лезет. И лестница. Опа. А вот здесь это есть коврик здесь. И здесь такой балкончик себе. Да, кстати. На который можно вот так вот вставать. И кошка. Пушиненок. Ты моя крошка. Кошка, крошка. Кошка. И кошка. И крошка. Куда-то кошка спряталась. Ой, маленькая какая девочка. Так, Пушинкин дом. Значит, тебе нравится там жить, да? Давно ты там спишь? Разбудила тебя маленькую кисюлю. Ну, извини. Вот спасибо Лёве с Алёной. Теперь у тебя хоть дом есть. А то жила наша бездомная пушинка. А теперь домовитая. Спи, спи. Лена, я скажу, ты скажешь, всем привет, друзья, с вами я, Лёва, а я скажу, и Алёна, и ты говоришь, что сегодня мы вместе построили пушинки дом. Сейчас Алена... Ну, точнее, я. Ты расскажешь. Да.